В воскресенье состоялся очередной этап спартакиады работников органов власти и местного самоуправления Чувашской республики. В этот раз чиновники бегали на лыжах. 350 сотрудников органов власти республики различного уровня собрались в свой выходной в лагере «Космонавт» в Канашском районе. В вип-забеге на 1500 метров участвовали главы ведомств. Среди них первое место занял Владимир Дмитриев, руководитель Гостехнадзора. Вторым финишировал Сергей Павлов, министр сельского хозяйства. Третьим на финише был глава администрации Бресенского района Александр Яковлев. Люди и соревнуются, и пообщаются. Я думаю, все это полезно не только в спорте, но и в работе. Потому что по ходу этих неформальной обстановки люди и про работу обмениваются опытом, учатся друг у друга. То есть все положительно здесь мы получаем. Но самое главное – это здоровый образ жизни пропагандируем среди подрастающих поколений. В составе каждой команды выступали 6 человек – трое мужчин и 3 женщины. Среди команд министерств на старт вышли 22 команды. С небольшим преимуществом 4 секунды гонку выиграли чиновники из Минсельхоза. Вторыми финишировала команда Госсовета. Третьими были представители Минспорта. Среди лыжников федеральных органов власти на первом месте расположились сотрудники МВД. Вторыми стали представители судебно-исполнительной системы. Третьими – спасатели. Администрация Канашского района оказалась самой спортивной среди команд администрации городов и районов. Георгий Казнин, Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.